FFTV. Party. FFTV. Party. Привіт усім, хто дивиться нашу програму «Паті з FMTV». Ми продовжуємо наш новорічний марафон, де артисти розповідають веселі історії, які пов'язані з Новим роком. Сідайте зручніше та беріть музику гучніше. Ми починаємо. Экзотично смотрелся, например, бы Дед Мороз в стрингах. Дядя Жора, вот вы скоро будете Дедом Морозом. Я в прошлом году померил, очень неудобно, жмут. Поэтому не рекомендую. Все-таки классический красный плащик. А Снегурочка? Классический красный плащик. Не суши мне душу, не плети оковы, приходи на суши, палочки готовы. Не суши мне душу, не плети оковы, приходи на суши, палочки готовы. На 50... Да, это две бутылки водки. Можно даже без стопочек. Кому-то водка, кому мандаринки. Просто на 50 гривен накупить мандаринок. Мне кажется, шикарный Новый год. Так, а что же на 50 гривен накроет Лера? Вот, Лера накроет. Еще останется 20. Не суши мне душу, не плети оковы, приходи на суши, палочки готовы. Не суши мне душу, не плети оковы, приходи на суши, палочки готовы. Клипы шоу мы бы смотрели. Дядя Жора. Лигуди шоу и Дядя Жора, особенно скетч-шоу, да. Дядя Жора. Очень смешно, весело по-новогоднему. Классное настроение. Вот так. Да, да, да. Вот это... Да, вот очень, очень хороший. Так вот раз 20 подряд, вот вместо полтора часа фильма новогоднего. Да, вот клипы Дядя Жора и Бигуди шоу. Очень клевое. С Новым годом! Привет всем, это дядя Жора и... Бигуди Шоу! Мы поздравляем всех с новогодними праздниками и желаем всем, чтобы у вас было побольше улыбок и хорошего настроения. И специально от девочек... Чтобы в этом году к вам примчался принц на белом коне. Или принцесса на кобылке. С Новым годом! Палочки готовы, будет все красиво. По-японски мудро, хоть и некрасиво. Съем тебя под утро. Неизведаны все пути, когда я вновь у судьбы просила счастье найти. Ты так негаданно стал желанным и самым главным в моей судьбе. Теперь все мысли мои и сны все о тебе. Ты стал центром вселенной. Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым годом! Я желаю вам, чтобы в следующем году исполнились все самые заветные планы мечты, которые не исполнились в прошлом. И даже если вас настигнут какие-то неожиданности в жизни, пусть они будут самыми приятными. Я люблю вас, ваша Юлия Войс. С Новым годом! Тобою дыша, я пьяная, как будто. Нет, это Дедушка Мороз. Дедушка Мороз всегда был в красном, в синем, не знаю.
с красным носом, с белой бородой. Я с детства помню такого Дедушки Мороза, и я других не признаю. Где ты на расстоянии ветра? Где бы ты ни был, я все время рядом. Любовь пыталась убежать, а я... На 50 гривен берем бутылку шампанского и идем к друзьям. Менять, но я сняла запреты. Любовь пыталась убежать, а я держала крепко. В порыве страсти, в порыве холодного ветра. Не поняла, как Деда Мороза не существует. Дед Мороз существует. И он есть, всегда был и будет. И даже моя Маша об этом знает. Поэтому не надо мне рассказывать, что Деда Мороза нет. Пыталась убежать, а я держала крепко. В порыве страсти, в порыве холодного ветра. С тобою маня, ты рвешь меня на части. Это горе или счастье? Безмерно влюбиться в тебя. Друзья, Новый год – это самое замечательное время. Время исполнения самых-самых заветных желаний. Время чудес. Загадывайте желания, дарите друг другу подарки. Поздравляйте друг друга, исполняйте мечты друг друга. Любите друг друга, будьте счастливы. С Новым годом! Я кричала, где ты? И было поздно все менять, но я сняла запреты. Любовь пыталась убежать, а я держала. Что Дед Мороз должен быть в красных трусах, как минимум, потому что идет глобальное потепление, и пора уже скинуть этот свой меховой костюм. Маем шторы, звуки небоскребы. Выходим в город, лирические лица мира. Любовный голод бьет, как молот. Я бессильна, звуки витамины. О, если бы у меня было 50 гривен, целых 50 гривен. Я бы накупила мандаринов, потому что это вкус детства, конфет «Белочка», ну и какое-то дешевое шампанское. Как ни крути, шампанское должно быть. С Новым годом! Включила программу «Звезды на льду», но только не те звезды, которые прошли подготовку, а те звезды, которые не умеют кататься на льду. При этом усложнила бы им задачу, они должны были бы еще и петь вживую. Это было бы невероятно смешное зрелище, я так думаю. Доступными стали твои на орбиту полеты, звуки самолеты. Люби меня, дочь вида, под звуки вкусного бита, предела нет моему аппетиту. Люби меня, очевидно, люби, люби, я открыта и допивая свою маргариту. Дорогие друзья, с Новым годом и Рождеством вас! Ура! Он наконец-то настал. Я желаю вам крепкого здоровья, любви близких вам людей. Будьте счастливы и сделайте в этом году то, что вам очень хотелось сделать, но вы не решались. Помните, что все в жизни когда-то бывает в первый раз. Может, стоит рискнуть. С Новым годом! Люблю, целую, обнимаю. Ваша Лилу. Люби меня, дочь вида, под звуки вкусного бита. Предела нет моему аппетиту. Я думаю, новий образ головному герою, Діду Морозу, я би придумав зараз такий. Зелений колір і на подобі Шрека. Хай буде так.
вітер переніс через буки перелази до турбази, до оази. Я вдихаю долибин, запах матрі полонин, розглядаю в окуляри дивну музику свояри. Саме незвичайний подарунок, який мені дарували на Новий рік, так як в мене в новорічну ніч день народження, тому мені дарували не новорічний подарунок, а подарунок на день народження. Ну, неординарного нічого такого я не згадаю. Я пам'ятаю два своїх подарунки. Один з них – це гітара, яку мені подарували батьки. Років 12-13 мені тоді було, яка довший час супроводжувала мене. І ковзани, двохполосні ковзани, на яких я пізніше катався на катку, вчився стояти на ковзанах і так далі. Тому це такі подарунки, які чомусь запам'яталися на все життя. Щоб накрити стіл на 50 гривень, потрібно купити хліб чорний. О, на 50 гривень треба купити, класика, розподілити: картоплю купити, моркву купити, яєць купити, цибулю купити, зелений горошок купити, майонез і квашений огірок. Це все разом порізати, і ковбаса, лікарська ковбаса. Саме-саме дешева, ще якусь дешевшу, таку звичайну варену ковбасу, варенку, як кажуть. Це все порізати, перемішати з собою. Якщо ще лишиться грошей, то трошки можна підперчити. І з чорним хлібом, олів'є, куди без нього. Де стоїть говерла і де плине пруд, де у цучки рахів, писай, драга, брат, де ментальний жандейський формат. Вітаю вас, шановні пані та панове, вітаю вас, любі друзі. Дозвольте до всієї душі привітати з новим 2014 роком та Різдвом Христовим. Хочу побажати всім насамперед міцного здоров'я. Це той безцінний скарб, який нам дав Господь Бог зверху зовсім безкоштовно. Залишилося тільки берегти його і цінувати. Отже, здоров'я вам, добра і Божого благословіння. Хай віра, надія та любов завжди будуть поруч з вами. Пам'ятайте, що з вірою – це вже половина перемоги. Надія вмирає останньою, як кажуть. А Бог є любов. І якщо любиш по-справжньому, як це роблю я, то набагато легше жити на білому світі. Я люблю вас. З Новим роком, з Різдвом Христовим. Ваш Віктор Павлік. Будьте здорові! Давай оставимо этот душ за окном. Так хорошо его нам слушать вдвоем. Ух ты, хороший вопрос. Ну, я не знаю. Дед Мороз, я думаю, должен быть современным. Какой бы ему надо, чтобы просто Дед Мороз сел на коня и поехал, мне кажется, в этом году это будет актуально. Я попрошу остаться день за окном. Без лишних красок, просто рядом со мной. Нужно на 50 гривен купить шоколадку и шампанского и пойти отмечать, я не знаю, поставить стол где-то на набережной и смотреть салют. Все. Это все, что можно сделать за 50 гривен. Так далеко, далеко от земли, когда я рядом с тобой и близко так облака. Наверное, я узнала, что Деда Мороза нет, когда забыла отправить ему письмо, и все равно мне подарок пришел, потому что я увидела, как его принесла мама. Мама открыла мне ужасную тайну о том, что Деда Мороза нет. Ну ничего, я продолжаю с этим жить и весело отмечать Новый год. Давай оставим минуту и час. Еще какое-то время для нас. Ведь мы друг другу очень нужны. Що ж, друзі, це вся музична інформація і новорічна інформація на даний момент. Залишайтеся на гребені слави, і наступну програму ми знімемо саме про вас. А в нас їх буде дуже багато у 2014 році. З Новим роком! А чо ні? А чо ні?